ладно. Перед тем, как все объяснить, надо это самое, хотел сказать, хряпнуть. Поэтому... Тут просто без 100 грамм не разобраться, так что на. Поэтому сейчас пей и слушай. Короче, здесь такая тема, что теперь мы опять на болотах, это раз. Во-вторых, нам с тобой придется снова идти хотя бы на кордон, это два. Миссии практически те же самые, только немножечко урезанные, это три. В-четвертых, добавили места спавнов, то есть там типа всякие места, где спавнятся мутанты, сталкеры и так далее. И мы должны их, будем их убивать, чтобы получить какой-то дерьмовый лут, который у меня вот есть в инвентаре чуть-чуть. Это, что было, я говорю, четыре, да? Дальше, в-пятых, мы в дерьме. Потому что все наши патроны, которые у нас были, все наши амуниции, все такое, находятся на другой базе. Хотя мы на другом аккаунте. У меня здесь так ничего не было. Мне нечего терять. Вот. И на это все. Ну, у меня еще водка не отпустила. А, ну и я не знаю, попадет это видео или нет. Но если смотрите это видео и вы думаете, что там обновление, все такое, то я вам уже скажу. Те видео, которые вы, скорее всего, видели, это видео, которое мы сняли еще месяцев 7 назад на старом канале, который... Это года 2 назад, если быть честным. 2 года назад мы эту хуйню записывали. Вот, поэтому, будем честны, все так вот и было. В итоге меня это на диске сохранилось, мы смонтировали, выложили и так далее. А сейчас мы решили с более обновленным этим, то что тут ивенты прошли всякие, все такое. И вот нашел выход. По пьяни. Так, у меня тут задание, новое начало, поговорить с неизвестным. Кто такой неизвестный? Что это за неизвестный? А, почему? У меня метка, вон туда что-то показывает. Куда я сейчас? Я сейчас иду, да? Погоди, вот, у меня вот тут метка. Так. Ля, какие новые диалоги добавили, прикольно. Ты же зафреник, с кем ты общаешься? Тут кровать. Я пока что разбираюсь, что тут у меня есть, что... Так. Ну как разбираюсь? Только пришел разбираться. А я тут... Понял то, что у меня дохера патронов, дохера гранат, энергетосы, всякие еда, еще что-то. И вот еще что-то, и вот еще есть что-то. Но я не помню, что из этого всего мне понадобится, что не понадобится, но это все у меня есть. Да. Ты что, дурак, блядь? Тут так, знаешь. Стой. Я знаю. А, это ведь телепорт, да? Ну да. Че, добро пожаловать в Казахстан. Должить святому теперь надо. Че, мне сейчас возвращаться надо? Да. Ёптвою мать. А где ты тут телепорт рядом видел? А там телепорт, лучше ты в него не залазь, он в говно. Я умер там. О, он мне как раз и нужен, он мне поможет добраться домой. А, тут есть другой телепорт. Вот он может называется быть... Карусель. Оу. Приятное путешествие в Казахстан. Алло, у тебя кто-то на фоне или что? Да. А, тогда все, мне не кажется. А то придурлись, дверь открыли, кошку запустили и все, и ушли, как ни в чем не бывало. Я понял, а то куда тебя... пошел? Ну, я внизу тебя буду ждать. Я тебе отвечаю. Так, святому надо, где святой? Там. Вон он. У меня есть его этот. У меня ничего нету. О. А еще проблема, кстати. Обрез, колгана, подожди, 100 рублей. Детали. Что за детали, подожди. Начисляет одну штуку. Что одну штуку? Ладно, патроны для пистолета, патроны для оружия. А, детали для ремонта, возможно. Ну, чтоб чисто... Возможно. Чинить этот броню. Ну, я скажу честно, я свою чинить. Слушай, эту. Хороший мне дал обрез, у которого урон меньше, чем у стандартного. К
Круто, да. Вообще, офигенно. Ладно, я тогда его уберу просто. А ну-ка. Так. Так. Я, правда, пошел, блин, таким путем классным. Ты не видел, какими путями я здесь ходил. Меня уже 4 раза успели убить. 2 раза аномалии и 2 раза игроки-снайперы. Ты чувствуешь... Я тебе серьезно, меня снайперы просто валили. Ты чувствуешь, когда меня, ну, опять же, я ходил, меня, если били, то меня поднимали. Сука, с каждым днем убежай, слушай, я проклятый. Кстати, я обожаю это обновление этой, значит, игры в том, что здесь теперь очень опасно ходить по... Ой, блядь, аномалия. По воде. Потому что, вот помнишь, в прошлый раз была радиация? Сука! Ну? Кровосос напал на меня. Ты умер? Я убил его. Хорошая ППшка, слушай. Так вот. Теперь очень опасно ходить по воде, потому что, смотри, значит, радиация хуячит, а птички не работают. Они не хилят. Так, когда я на месте? Да ну, я иду по кирпичу. Твою мать, тут перестрелки. Иди сам, короче. Блять, ему опять, сука, водки подать. Блять. Блять. Никогда на водку еще столько не тратил. Ну какого? Срал я в группу аномалии. Ну. Ну, мы тут. Только она переделана. Ой. Я понял. А я не понял. Я смотрел в инвентарь. А, его уже убили. Отлично. Так. Дедушку ебанули. Бедный дедушка. А я тут такими путями... Да ничего в нем бедного нету, кроме... Пенсии! Игорь, люди идут все в другую сторону. По-моему, нам пизда будет, если мы там пойдем. Там мина, да? Идем, давай. Я его повалил. Он тебя полностью убил? Да. Блять. Ладно, обыщу тебя. У меня там патроны КК были, так что, возможно, пригодятся. Я все обыскал. Все, что можно было. Я даже его обыщу, я не поблезгую. Блять, боты, да хуя ботов. Я пришел туда, куда надо, а тут до хера ботов. Я решил чуть-чуть обойти сейчас стороной. Поэтому я... Блять, я не могу уйти! Игорь, блять, спаси меня. 2 минуты есть. Я, блять, прямо у этой ебучей двери стою, а оно, блять, у меня не работает. Ты это понимаешь? Оно, блять, не работает. Я не смог тупо зайти. Где ты там находишься, скажи мне? Далеко? Ну, на карте тебе можешь глянуть? Я не могу, она у меня не открывается. На М не открывается? На... Не открывается, блядь, я тебе говорю, блядь. Не считай меня за еблана, какого-то за долбоеба. Если я говорю то, что она не открывается, значит, она действительно не Проверь открывается. Проверь еще раз, не открывается? Иди нахуй, блядь. Игорь. А? Я в который раз убежаю с том, какой ты, сука, беспомощный. Ой, будто я тебе прям много пользы. Умер тоже, там и все. Нихуя себе, блядь, умер. Ты, блядь, хотя бы видел, сколько их, блядь, я там перехуярил? Я, блядь, ботов? Бегал и стрелял, блядь, одновременно. Ботов? Ну, блядь, ботов. Так, я на базе, слушай, куда идти? Ты умер? Нет, я на базе. Иди нахуй. Спасибо. Где ты там, блядь?
О, я вошел, все. Ну, здание. Ты, блядь, вошел? Да. А теперь, блядь, сука, отвечай мне на несколько вопросов. Первое. Тебя пытались захуярить бандиты? Я их захуярил. Хорошо. Ну, отвечай мне тогда на второй вопрос. Какого хуя, блядь, бандитов пытаются захуячить другие бандиты? Такие же, блядь. Как тебе сказать помягче? Какой же ты беспомощный? Что, блядь, разорвало воронкой? Кого? Чтоб ты, блядь, понимал? Меня, блядь. Я, сука... Я её, блядь, не было. Её не было, блядь, просто. Я просто бежал, умер. Ни с того, ни с хуя, блядь, просто. Заебись. Да. Ладно, плохо, блядь, ничего с собой не было. Кроме блядских аптечек. Ну ничего, может кому-то другому они пригодятся больше. Иди нахуй. Надо быть... Крипты хуёво работают, блядь. Я встречаю всех игроков, блядь, на своем пути. Мне все. Пиздец, блядь. Этот, блядь, прошел, блядь, просто. Ему заебись, блядь. Я, блядь, прошел. Меня, блядь, невидимая аномалия захуярила, которой не было. Пиздато. Не понимаю, почему метка показана наверху, а я, блядь, спускаюсь вниз. Ну ладно, может где-то будет спинки наверх. Пиздец, здесь, блядь, у них база. Что-то метро риск вспомнил. Да, тут вообще звездец. Надо блудиться, блядь. Дела мало. Я уже забудил. Вот нашел. Я уже нашел, куда надо идти. Да, нашел. Ты нашел уже этого? Да вот уже, да, нашел. А так, а он где? Ну, ты а, вот, уже... нашел. Молодец. Решит судьбу Липы. О, Липа. И что будем делать? Ой, я... Убить Липу или начать бой с... санитарами. Что ты сделал? Я начну бой. Хорошо, я тоже. К счастью, когда ты умираешь, тут у тебя сохранение есть, типа. Я на все понимаю, но этот хуесос что ли не будет нам помогать? О, подожди, ящик с патронами я нашел. Да они лезут со всех сторон, причем некоторые вообще с ножами. Блять, меня убили. Возродиться. О, хорошо, что я тут возродился. Это да, кстати. Да ты задолбал. Слушай, а ведь имея в руках ППшку, можно, в принципе, и бегать, и стрелять одновременно. Кстати, тут же дают... Что? Блять, меня, сука, в спину подбили.
Блин, лучше б я убил Липу, на самом деле. Да что-то мне тоже так кажется. А то это звездец. Ну ладно, что сделано, то сделано. Зачем ты стреляешь, скажи мне? Точнее, из чего? Из ППшки. Так возьми калаш. Тут патроны дают. У меня нету его с собой. Погоди-ка. Охуенно. Ну выживай там как-нибудь. Я не знаю, как, но выживай. А ты уже вышел? Нет. Я до сих пор, блядь, перестреливаюсь тут. Сейчас спускаюсь с верхнего этажа в нижний. Восемь ебучих часов спустя! Я представляю, какая у тебя там боль была без калаша. Да. А сейчас как-то все пободрее пошло. Ой, блядь. Нет! Меня через стену хуянули, блядь! Сквозь стену меня хуянули, блядь, Игорь. Точно? Точно, блядь. Я стоял за стеной и за ящиками. Ну, в общем, мы на этом будем с вами заканчивать. И перед этим я выпью, по идее, 0,5. Ох ты, как меня коса любит. Что могу сказать? Если меня хоть раз увидят разработчики, пожалуйста, не делайте такого дерьма больше. Что-то я очень сильно сомневаюсь в том, что они, во-первых, тебя увидят. Во-вторых, что меня послушают. Во-вторых, что они будут что-то менять. Потому что получается, что баланс там такой хреновенький, что даже человек... Ладно, я. Вот человек рядом сидит, которого... Сколько у тебя часов даже в то же самое CSGO? Около 700. 700 часов CSGO. Это раз. А во-вторых, поедешь, что человек играет. Блядь, я, сука, время, проведенное в CSGO, блядь, 700 часов. Не жалею. Так сильно, как здесь, блядь, я убил час. Здесь я убил час, в CSGO я убил 700 часов. В CSGO я не жалею. Это потраченное время. Здесь же, сука, мне пиздец, как жалко то, что я убил на это свое время. Блять, вот. Я за это время мог, сука, книжку какую-то почитать полезную. Ну, короче. Мы как бы сыграли разочек. Начался выброс. А насрать! Да. Выброс начинается? Да и хер бы с ним. Мы закончим видео вовремя. А на этом, значит, все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока!